Нет, нельзя. А чего нельзя? Потому что нельзя. Почему нельзя? Я народный депутат. Очень приятно. Открывайте, пожалуйста, дверь. Тут все равно все. Проводится. Я в вашей присутствии поздравляю, что проводится неотложное следствие дел. Не только преследование подозреваемого. Идите, пожалуйста. А чего мне в двери звоните? Я живу здесь. Это... Откройте, пожалуйста, дверь, мы проводим. Вы будете у меня обыск проводить? Нет. Нам надо убедиться в том, что есть у нас... Мы переслідуємо злочинця. Це є слідча, невідкладна слідча дія, передбачена згідно чинного законодавства. Марина, двері нікому не відкриваю. У нас квартира народного депутата. Покажіть, будь ласка, документи, що це ваша квартира. В смысле? Моя квартира рядом. А ці двері які? Я стою возле квартири своєго товариша. Кого? Урбана Геннадія Олеговича. Отойдите, будь ласка, від двері. Марина, не відкривай двері, дзвони в міліцію. Будь ласка, проведіть, будь ласка, слідчі дії. Открывайте, пожалуйста, дверь. Мы вас просим, последний раз, отойдите, пожалуйста, не мешайте проведению следственных действий. Давай людей сюда. Давайте, Гроб, ребята. Будь тут, я сейчас в руке. Гроб, ребята. То есть вы ко мне тоже домой зайдете? Нет, мы будем заходить. Мы же хотим сюда зайти. В смысле? Так моей жене кто-то звонит, блядь, в балаклаве, в соседней двери. Вы вообще ебанулись или нет? Нет, мы не ебанулись. В смысле? К народному депутату домой зайти. Я понимаю, мы... Отойдите, пожалуйста, приезжайте в соединительный. А что моей жене звонят? Я не знаю, отойдите, пожалуйста. Народный депутат к сотрудникам правоохранительного органа, которые предъявляют законные действия. То есть мы ебанулись. Я правильно вас слышал? Нет, если вы придете ко мне, там вам ни в коем случае не придем. Вот. Вы кто и почему здесь находитесь? Чего вы здесь стоите? А кто вы такой? Представьте, да. Пожалуйста. Ну, очень хорошо. Все. Пожалуйста, пожалуйста. Все, народный мы депутат к вам не идем. Иванов Борис Альбертович. Ладно, а вы представьте. А кто вы такой? Давай. Следователь Генеральной прокуратуры Макеев Николай Михайлович. Макеев Николай Михайлович, хорошо. Отойдите, пожалуйста, от двери. Там, где вы не проживаете. Я могу находиться где я хочу. Конечно, безусловно. Вы можете меня просто переставить. Но не препятствовать. Мы вас просим. Вы меня можете аккуратно переставить. Мы вас просим отойти и не заскользать законным следчим. А вы кто? Представьте, пожалуйста. Что случилось? Народный депутат Филатов Борис Альбертович. И что? А вы кто? А? Не хочу говорить. А, все, понял. Хорошо. Порушено. А где? Стосовно Горбана Геннадия Олеговича, який переховується в цій квартирі. І ви перешкоджаєте. Ви представьте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, подождите, провести следствие. Подождите, а зачем вам это? Что? Зачем вам это? В смысле? Это? Я народный депутат. Ну что? Представьтесь, пожалуйста. Ну и что? Вы народный депутат. Все, я гражданин Украины. Мы проводим непосредственные следственные действия. А что вы тут делаете? А что вы здесь делаете? Пожалуйста, вам покажут. Да я здесь проживаю. Покажите, идите по месту проживания. Уважаемый, это адрес мой. Ну да. Покажите, где ваш адрес. Я провожу невидкладные следствия дей. Открывай, снимай. Открывай, снимай. Отойдите, чтобы мы... Отойдите, пожалуйста. А если не найдете? Отойдите, пожалуйста. Можно вас попросить отойти? Спасибо. Что ты делаешь? А ну прекрати! Уважаемый, они ищут у вас меня преступников. А ну прекратите, что вы делаете тут что-то? Уважаемый, разрешите, пожалуйста. Тут живут мои дети! Очень приятно. Я вас защищал на фронте! Вы кому служите сейчас? Генеральная прокуратура, следователь. Фамилия моя Скуба. Вы подозреваетесь в скоении криминальных правопорушений, предбаченных статьями... Да я не перешкоджаю. 289 349. Ви затримані по підозрі в скоєнні злочину. Затримайте, будь ласка, людину і доставте за мною. Да що таке? Пройдемте, пожалуйста. Не, не вас ніхто ж. Все, взяли, взяли. Держим, Люд. Держим. Да держите, держите. Да куда вы лезете в дом? Куда вы в дом мой лезете? Веди, 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 веди. Все, веди. Сейчас, блядь, следуйте. Все, слушайте, нам придется.